Всем добрый день! Сегодня в такую прекрасную погоду вышел я протестировать патрончики новые. В первую очередь буду тестировать клав-патрон Competition 28 грамм, 7,5 спортивный патрон. Ружье мое Stoiger 3000 и 0,76 чок от Pride. Расстояние будет 35 метров. Датчик, кстати, такая хорошая. Вот такая вот осыпь. Я думаю, что неплохая, просто плохо видно по центру хардблейда был. Обведем, посмотрим результат какой будет. Вот такой вот результат. Как наглядно видно, здесь вообще идеально просто прошлось. С правой и с левой стороны к центру чуть повыше было, прошлась дробь. Здесь небольшие окна. В общем счете с 35 метров, даже чуть больше было, где-то 36-37 метров. Так, это будет идеально вот на голубя, на вяхеря с 30 метров, там, на горницу и на среднего голубя, на утку черка тоже будет идеально с такого расстояния. Можно брать и 40 метров, с 0,76 чока. Неплохой патрон. Дома посчитаем, сколько дробинок было пробито. 75 на 80. 75 по горизонтали, по вертикали 80. Сегодня хочу я пострелять из нового ружья. Это ружье моего брата. Хугл 201А. Вот такой вот замечательной гравировкой. Патрон будет скитовский. Девяточка, 24 грамма от фетеря. Два ствола опустил. Первым будем стрелять с 0,25 чока. Расстояние будет 30 метров. Это чисто будет проверка. Как будто я стреляю на такую расстояние в перепелку. Мне просто интересно, какая кучность будет. Ого, контейнер как стукнул, блин. С таким ударом это контейнер вылил прямо по центру. Ну, я прямо могу сказать, ребята, что это идеальная кучность на 30 метров, 24 грамма девятка с 0,25 чока. Вот такой вот. Кстати, в перепела можно стрелять, но очень-очень так надо хорошо прицелиться, чтобы его не упустить. Потому что кучность сильная. И я вообще рекомендую с 35 метров лучше будет попадание. И не будет только дробин по центру. Здесь очень просто кошмарно его раздробит. Очень страшное будет зрелище. Вот такая вот кучность, ребята. Очень даже неплохая. С 35 метров, ну, перепуг будет где-то по центру. Еще крылья справа. Ну, наверное, где-то дробинок 7-8 в него четко попадет, и девятка очень такая серьезная дробь, можно даже в черка стрелять. Так что я бы сказал, что даже с 35 и даже 40 метров можно спокойно стрелять с 24 грамма. Вот такая вот идеальная. Это просто, я думаю, от качества патрона зависит. Я никакую рекламу не делаю, но мне очень нравится фетер. Вот скитовский патрон, что творит с 30 метров. С 0,25 родного чока. Если я буду стрелять там с 0,76, блин, с 30 метров, там будет вообще, блин, просто еще намного больше и лучший результат. Стрелять теперь я буду четверкой. Номер 4 фетер, 32 грамма с контейнером, с 0,5 чока. Расстояние будет уже 35 метров. Та же самая мишень. 60 на 80. Так.
хорошая дача была. В общем, лесит, иди. Цент вообще, вот здесь что-то как бешено попало. Я занизил. Блин, лесит. Я занизил, здесь вверх не попало, но это четверочка с 35 метров. Неплохой результат здесь вот этот. Я думаю, если бы я чуть вверх поднял стрел, ствол, было бы лучше. Ну, такая отдача была сильная, блин. Немножко ветер тоже сегодня. Сейчас обведем еще, посмотрим. Как... Ну, вот здесь центр у нас. Вот прямо вот здесь он. Совсем центр не попал, но близко к центру. Вот эти вот тропинки здесь вообще. Что это такое вообще? 1, 2, 3, 4 тропинки прям влепились вместе. Ну, здесь сплошные окна. Надо перестрелять вообще такие патроны. Если я с упора бы стрелял, было бы намного лучше. Ну, 0.3 этого нареза. 3 нареза, это 0.5 чук. По идее, не совсем там супер-пупер кучный, но в четверке и так немного дробин. Если там стрелять с упора, будет намного лучше. Здесь вообще осыпет. Здесь тоже вверх. Идеально просто будет. Грамма LGB, четверочка. Мое ружье хочу выстрелить. 0.76 брали. Буду стрелять с упора. Расстояние 35 метров будет. Вот какая равномерная осыпь. Сейчас отведу. Наглядно будет видно лучше. Ну, в общем, сегодня я вам показал небольшой такой тест. Еще раз. Дробь номер 435, там 37 метров. Как она сыпет с 0.76 чока. Ну и Хуглу тоже неплохое оружие, особенно если стрелять на средней дистанции. 201 горизонталка, кстати, неплохая модель, это выбрал ее мой брат. Посмотрим, как он, она покажет в охоте. Очень жаркая погода. Отсюда щеня тоже выгуливаем. Скоро им уже в следующем месяце исполнится 4 месяца. Будем уже таскать на охоту. Кстати, на охоту мы и так их уже таскаем. Но пока не проявляют они свои охотничьи характеристики. Так что время покажет, пока мы таскаем, приучаем. Надеемся, конечно, что из них выйдет нормальные собачки.